На базе археологического музея КЧГУ имени Умара Алиева прошел круглый стол «Археология в Карачаево-Черкесии. Состояние и перспективы развития», где были презентованы научный журнал, материалы и исследования по археологии Северного Кавказа и сборник «Хумаринское городище», итоги междисциплинарных исследований. Также на мероприятии обсудили вопросы развития археологии в республике. На мероприятии принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Нам сегодня очень важно уделять внимание развитию такой увлекательной отрасли науки, как археология. И наша задача оказывать свою поддержку, отметил, открывая работу круглого стола, ректор КЧГУ Таусултан Узденов. Также он презентовал приоритетный проект вуза по археологии, который представляет из себя комплексное исследование памятников археологии Карачаево-Черкесии и разработку различных курсов высшего и дополнительного образования в области археологии. Идея такая, чтобы археология была заявлена в стенах нашего университета как приоритетная, как стратпроект, да, в различных ипостасях своих, насколько мы сможем, наши ресурсы позволят. И, конечно же, благодаря поддержке вот тех людей, которые здесь собрались, друзей нашего университета, я думаю, что такой синергетический, преобразующий, аккумулирующий эффект мы можем создать в стенах нашего университета. Поприветствовал всех участников круглого стола и мэр Карачаевска Альберт Доттаев. Он пожелал успехов в работе вуза и подарил археологическому музею КЧГУ уникальные археологические находки раннего средневековья. В свою очередь, директор Карачаево-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея Хаджимурат Элькаров отметил важность проведения таких мероприятий для популяризации науки. Самое главное в археологии – это, наверное, доказать истину. То есть и не только доказать, а не скрыть ее. Потому что мы много слышим и знаем, видим, как зачастую привлекательные какие-то чьи-то истории великих, давно ушедших цивилизаций пытаются налево и направо поделить, распространить между собой. Но это ни к чему хорошему в дальнейшем не приведет, это однозначно. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра этнографических и археологических исследований КЧГУ Евгений Нарожный в ходе работы круглого стола презентовал 19-й номер журнала «Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа», главным учредителем которого является университет. Данный журнал – своеобразная площадка для научного обсуждения проблем археологии и сохранения исторической памяти ученых-предшественников. Здесь актуальные проблемы современной археологии. Во-первых, здесь, скажем так, содружество ученых, кто занимается в бюджетных учреждениях, в том числе и в частных, скажем так. И они публикуют те материалы, которые раскопали в последнее время. И это показывает и уровень достижения, показывает, что мы достигли, чего еще можем достичь. А вот привлечение иностранных авторов, которые по своему усмотрению, они сами выбирают себе тему и пытаются сравнить с Северным Кавказом. Это очень важно. Один из важных исследовательских трудов по археологии стал сборник «Хумаринское городище. Итоги междисциплинарных исследований». Ответственный редактор издания, директор Центра этнографических и археологических исследований КЧГУ Умар Качкара подчеркнул, что данный труд – результат многолетней работы по изучению одного из ярких исторических памятников Карачаева-Черкесии – «Хумаринское городище». Самые интересные находки, которые были вот за это время найдены, о чем вот так можно сказать, на территории городища была найдена косторезная мастерская, которая на сегодняшний день является единственной на всей территории Хазарского Хаганата. Территорию Хазарского Хаганата вы представляете, грубо говоря, от Каспия до Черного моря, еще и часть Крыма, часть Восточной и Южной Украины. Все это огромная территория, которая когда-то подпадала под власть Хазар. Вот на всей этой территории единственная мастерская Косторезная, на сегодняшний день обнаружена на Хумаринском городище. Участники могли ознакомиться с уникальными экспонатами, найденными во время раскопок при участии ученых университета. Важно отметить, что вуз намерен открыть магистратуру по археологии, создать карту археологических памятников республики и развивать музейное дело. Алихан Епшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.